Когда болельщики вернутся на стадионы? Вопрос в поле зрения оперштаба. Скоро старт нового футбольного сезона. На трибунах появятся фанаты. Правда, меры безопасности и здесь будут обязательными. СЭС разрабатывает рекомендации на допуск зрителей спортивных мероприятий. Среди них точно будет ограничение количества посетителей. Трибуны болельщиков футбольных матчей, к примеру, могут быть заполнены не более чем на треть. Полный перечень требований и рекомендаций будет представлен в ближайшее время. Напомним, что с 1 февраля возобновилась культурная жизнь. Например, открылся кинотеатр имени Горького. Так что на выходных можно вновь посмотреть кино на большом экране. Мы соблюдаем все правила санитарии. При входе у нас стоит электронный санитайзер. С билетами мы выдаем каждому клиенту бахилы, потому что в зал нельзя заходить без бахил. Репертуар вас ждет «Последний богатырь», очень актуальный. «Последний богатырь», вторая часть, «Довод» и мультфильм «Тролли». Сегодня бендерчанам предлагают 10 сеансов. Для взрослых – художественные фильмы, для детей – мультики. Хотя сказку «Последний богатырь. Корень зла» охотно смотрят и те, и другие. Так что пора идти в кино и хрустеть попкорном. Привет, синематограф!